This lovely day will never end till you will say goodbye to all we've ever had. Камерный оркестр под управлением Артема Тихановского. Ив Корнелиус.
Роберт Анчиповский. Рой Асаф. Офри Никимия. Спасибо, дорогие друзья. На этом первый день фестиваля Ukraine Jazz Summer 2013 закончен. Еще раз мы благодарим посольство Израиля за неоценимую поддержку процесса международного сплава джаза из разных стран. И лично министра посольства Израиля Ицека Хагана. Мы благодарим руководство концерт-холла Freedom за предоставленную площадку. Мы благодарим вас, дорогие друзья, что в эти нелегкие времена вы любите джаз, поддерживаете джаз, ходите к нам на концерты и делитесь с нами вашей энергией, и мы играем для вас. Это наша жизнь. И думаю, что мы сделаем немножко нашу жизнь лучше этим. Спасибо. Спасибо, дорогие друзья, и мы ждем вас завтра на следующем концерте фестиваля. Завтра к нам едет Алан Харрис, он уже приземлился, он уже в Киеве, и завтра он поделится с вами новыми нью-йоркскими впечатлениями. Спасибо, до завтра!